За окном уже зима, до Нового года остается совсем чуть-чуть, а это значит, что самое время погрузиться в волшебный мир. Студенты Дюргу оказались в мире добрых волшебников и злых колдунов. Сначала новоиспеченных волшебников с помощью распределяющей шляпы разделили на факультеты команды Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Коктевран. Меня заинтересовало то, что я, собственно, люблю Гарри Поттера, поэтому мне было интересно сюда пойти, потому что это достаточно интересно заново испытать те чувства, которые я испытывала, когда читала книги, смотрела фильмы и тому подобное. Удивительно, что организатором квеста стал первокурсник высшей школы электроники и компьютерных наук Александр Кузьмин. Сам он очень увлекается квестами и поэтому с удовольствием организовал подобное мероприятие. Я сам люблю ходить на подобные квесты, мне захотелось что-то подобное организовать, это довольно интересно. Особенно в стенах Юргуну. Я был в подобных квестах, в квест-румах, которые собираюсь, отдельные здания оборудовались для этого всего. А тут Юргу дает возможность делать вообще все, что угодно, мне захотелось попробовать именно это. Каждая из команд под предводительством своего декана прошла сложнейшие испытания в духе вселенной Гарри Поттера. Например, победила злого гнома в шахматы, решила загадку сфинкса и совершила еще много подвигов. Он может только срубить ладью. Чем? Своим королем, да. И он пойдет. Но король рубит только прямо назад. Нет, король может рубить по диагонали. Рано или поздно приходится прощаться со сказкой и волшебным миром, ведь все участники квеста в душе немного маги, а сам вуз — наш маленький Хогвартс.